Господи Иисусе, здравствуйте. Ой, сегодня четверг у нас. Близится скоро, блин, знаете. Скоро зима будет. Холодно и голодно. Да. Голуби вот прилетели, кушают уже. А эти падлы уже, блин, начинают дыр-дыр-дыр делать. Задолбали. Это вот такой вот курмыр, да, курмыр, блин, поехал. Хавьюр. Господи, не понимаете? Вот так вот. Чур-чур, пур, Господи Иисусе. Ой, знаете, ребят, утром поднялся. Ну, бля, блин, чё попально? Ну, всякая ерунда снится. Как избавиться от снов, не знаю. Наверное, не спать лучше. Правильно? Лучше не спать. И тогда сниться ничего не будет. А организму надо спать. Понимаете? Организму-то надо спать. Надо. Понимаете? Такой сон снился. Какие-то, блин, эти бабки, бляха-муха. Простите, Господи. Такие бабки непонятные какие-то. Какая-то колдунья. Что-то, блин, она колдует, блин. Может быть, и правда колдунья есть. Может быть, и правда они есть. Поганки. Сидят и колдуют. Это как надо быть такими колдуняхами? А? Это как надо быть такими колдуняхами, если они колдуньи? Колдуют. Вот смотрите, сейчас покажу колдунью нашу. Ой, хотел снять, блин. Девку. Но девок нету. Всем нужны бабло. Не то, что голубям нужны. Так и мне тоже нужны. Бабло. Что-то же все равно нужно, да? Господи. Ой, что поделаешь, друзья мои. Время идет, время летит. Хочу сказать, колдунёв развелось очень много. Да, а ты, вы что думали? Короче, вот так вот, и солнышко светит. Ой, значит, колдунов нету, снов тоже. Проснулся, и слава богу. Господи, холодает. А вам все?